Привет! Сегодня мы будем делать кое-что. То, что будет из цветной бумаги, серебряного цвета и розового. И ручка будет вот такого розового цвета, из картона. Мы приготовили еще ножницы, карандаш, клей, карандаш. Мы приготовили еще ножницы, карандаш, клей, карандаш. Такой нож. Два стаканчика из бумаги. Линейку. Ну, одного стаканчика отрезали донышко. Видите? Разные. Тут видно мою руку, тут не видно мою руку. Нужную высоту на бумаге. А теперь отрезаем. Сейчас вам я покажу. Вот смотрите, вот тут у нас вот линия, которую я буду резать. Вот. Ну, это где-то примерно половина листа. Теперь нам надо намазать вот этот стаканчик. Шириною. Вот. Крышки, вот клей, карандаш. На край стаканчика промазываю клеем, карандашом небольшую полоску. Теперь прикрепляем бумагу. Смотрите, какой у нас цилиндрик получился. А теперь нужно сделать надрезы. Так. Вот где-то вот такой, ну, длинный. Теперь приклеиваем, вот смотрите, приклеиваем вот с этой стороны бумагу. Тут мы решили в другом порядке сделать. Сначала порезали, а теперь будем приклеивать. Так. Вот как-то вот так. Вот посмотрите, нам надо вот такие вот палочки сделать. Видите? Они должны быть плотные. Поэтому мы картон обклеиваем бумагой. Теперь нам нужно вот эти две палочки прикрепить к вот этому стаканчику. Пользуюсь двухсторонним скотчем. Снимаем защиту. А теперь вот так вот. Раз. И опять с другой стороны. Тоже снимаем защитный слой. А теперь складываем, приклеиваем. Переворачиваем. Смотрите, у нас получилась чашка. Какой вкусный кофе. Делаем то же самое со второй ручкой. Какой вкусный компотик! Теперь вставляем одну часть в другую.
бумажной лентой. Вот, посмотрите, это кубок приходящий для игры в лото. Мы любим по вечерам просто играть в лото. И этот кубок будет оставаться у того, кто будет много раз выигрывать в лото. Пока, до новых встреч!